Так, сегодня уже 10 апреля. Так вот моя машина. А чё Ариф так гоняет? Куда он так едет? Чё он куда-то сворачивает? Интересно. Еще сюда свернул. Хотя может что-то упасть на бошку. Ага. Арифу мешает мусоровоз. Ой-ой. Черт. Черт, Ариф скрылся. Ну ладно. По следам поеду. Вот где Ариф остановился. Я узнаю, что тут случилось. И почему он возле городской больницы остановился? Ну, понятно. Вот этот лифт. Тут склад. Склад тут какой-то непонятный. Чё тут? Ничего. Вороны прилетали и всё съедали. В какой же палате? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет. О. А это что? Ладно, посмотрю в окно. А может... Может... А, это отель. Это полусклад, полуотель. Ну зачем тогда Ариф сюда приехал? Так это чё? А вот это уже больница. Правда, ничего не белое, но ладно, и так сойдет. Так. Лифт. Ничего нету. Тут туалет. Обычный. Ничего нету. Ясно, понятно, это тоже не больница. Может, вот это больница? Не очень похоже. Вот это уже больница. Ага, Бахар. О, я слышу голос Арифа. Эй, ты кто такой? Я не Никита. А что? Кстати, где Бахар? А, да в палате лежит. А я тут с Арпом. А, ты тот самый пацан, который гонял на голубом седане 75-го года выпуска. Ну да. А, ты нас спас от аварии, молодец.
Да не за что. Просто я думал, где находится больница, а то я вижу, что твоя машина находится возле какого-то здания, которое не похоже на больницу. Я обсмотрел второе здание, не похоже, а вот вот это, где мы сейчас, уже похоже на больницу. Ну да. Я пока что посторожу Бахар. А то вдруг придут люди из вражеской семьи. А ты что, мафиозник? Да. А, ну ясно. Ну тогда оставайся здесь. Хорошо. Так, ну все, я взял с собой Кольт 1911 года и Томпсон. Все. Буду сторожить Бахар.